Всем добрый день! Сегодня мы находимся в стенах Российского государственного социального университета. И у нас сегодня с вами, конечно же, ребята, стоит определенный вопрос. Почему ребята? Потому что сегодня я встретился с замечательными студентами двух направлений. Преподавание начальных классов и право организации социального обеспечения. Может возникнуть вопрос, о чем же сегодня мы будем говорить? И, конечно же, речь сегодня пройдет по актуальной теме. Конечно же, мы будем сегодня говорить про экологию и просвещение, про его взаимодействие. Соответственно, экология и просвещение в данном случае это наша сегодняшняя тема. И, конечно же, хотелось бы начать с того, что мы будем с вами раскрывать эту тему с определенных терминов, тезисов. И, конечно же, будем смотреть с помощью, на эту составляющую, будем смотреть с помощью различных определений, дефиниций и, конечно же, простого человеческого диалога, который сегодня наполнит наши с вами, соответственно, мысли, чувства и позволит нам раскрыть эту тему полностью. Может возникнуть вопрос, а вообще с какой целью мы собираемся, для чего нам это нужно, что мы можем изменить сегодня? Дело в том, что сегодня наш ролик вообще в целом направлен на изменение понимания правосознания гражданина, то есть каждого лица, который в данном случае будет его смотреть, и мы с вами, конечно же, немного вникнем в эту проблему, актуализируем ее для себя, и каким-то образом сможем построить этот диалог все-таки в той ключе, что сегодня 2021 год, и эта тема, как экология, да, мы про нее, конечно же, говорим, эта тема прежде всего нас беспокоит своей остротой, да, своей обсуждаемостью, которая в данный момент времени для нас, конечно же, мы можем, конечно, игнорировать экологию, да? Какой-то промежуток человечества так и делало, да? К чему это приводит? К тому, что в данном случае экологические проблемы, они наращиваются, возникают определенные составляющие, которые в целом говорят об ухудшении качества жизни человека. То есть право, предусмотренное нам, каждому гражданину, соответственно, в Конституции Российской Федерации, оно... право, конечно же, мы говорим про право на благоприятную окружающую среду. Его государству с каждым годом для нас все сложнее и сложнее гарантировать в той мере и в том объеме и в тех ресурсах, которые мы хотим сегодня получить. Дело в том, что человеческие потребности, о которых мы сегодня будет идти речь, в рамках тех понятий, произведений литературных, в том числе, о которых будет сегодня идти речь, они все связаны с этим ресурсом, который человечество всегда в данном случае позиционирует, рассматривает его и говорит о том, что вот этот ресурс, да, вода, земля, воздух, все эти ресурсы, они необходимы для, конечно же, благоприятного существования человека, гармоничного его существования с природой. Если это существование будет нарушено, этот баланс, да, то в данном случае мы будем говорить о том, что человеку будет некомфортно находиться на планете Земля. Он будет чувствовать себя некомфортно, чужеродно. И вот в рамках этих составляющих, конечно, хотелось бы сегодня построить наш диалог. Мы сегодня посмотрим на литературные произведения, которые в данном случае дают нам эти произведения. Они нам для чего вообще нужны? Они нам дают представление о том, что чувствовали наши предшественники. Какие мысли мы должны иметь мы с вами сегодня, да, воспринимая вот этот ресурс, да. Мы сейчас не говорим цинично ресурс, планета, да, что это ресурс. Мы говорим, что это ресурс, он рационально должен использоваться. И при этом все-таки в рамках этой проблемы и в рамках этой тематики экологического просвещения мы, конечно же, говорим о том, что этот ресурс, он должен использоваться всегда во благо, в разумное благо, да. Немножко романтизма должно сюда вноситься. Это не должно быть циничное использование тех ресурсов, которые дает нам планета. Да? Независимо от вероисповедания, независимо от того, как воспринимается этот ресурс конкретным этносом, конкретной народностью, конкретной нацией. То есть мы должны понимать, что этот ресурс, он сегодня у нас есть. И порядок его использования, он государством, конечно же, должен быть четко определен, как это есть на самом деле. Но у нас иногда есть определенная проблема. Дело в том, что государство и право в какой-то степени не может всегда контролировать нас. Да? И в этом нет никакой необходимости. Государство надеется на нашу разумность, на нашу целенаправленность использования ресурсов, соблюдения закона и так далее. И когда мы видим с вами, что в данном случае ресурс используется неправильно, цинично, порой даже во вред обществу и во вред, соответственно, нам самим, то мы сталкиваемся с той ситуацией, что
У вас может возникнуть вопрос, а как вообще в целом мы это можем сделать? Да? Ту составляющую, которая вот вводит в эту остроту диалога сегодняшнего. Мы выбрасываем батарейку в общие отходы. Портим ли мы 1,5 квадратных метра земельных ресурсов, водных ресурсов, которые также будут заражены, микроорганизмов, которые проживают в этой среде? Конечно же, портим. Вот этот диалог сегодня, хотелось бы это слово вводное закончить и передать сегодняшнее, вот этот посыл, месседж, который вот сейчас был обозначен, нашей замечательной ведущей, студенту группы преподавателей начальных классов Ольге Будиной. Здравствуйте, я Будина Ольга, студент направления преподавания в начальных классах колледжа РГСУ. И сегодня, как было обозначено ранее, мы проговорим про экологию. 2021 год президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным объявлен годом науки и экологического просвещения. Для начала хотелось бы узнать, что же такое экология? Как вы думаете? Я думаю, что экология – это наука о взаимодействии живых организмов между собой. Я бы хотела уточнить, что экология – это биологическая наука о взаимодействии организмов. Также хочется добавить, что экология изучает организацию и функционирование различных биосистем. Верно, как было ранее сказано вами, экология – это биологическая наука о взаимодействии живых организмов между собой и их средой обитания. Значит, возникает сразу же вопрос, то, что в данном случае, конечно же, мы с вами проговорили вот эти замечательные определения. И здесь возникает сразу же вопрос, а что нам дают эти определения? Они дают нам сухость? Они не дают нам никакого чувства, да? Вот это составляющее. Мы не можем прочувствовать то, что мы используем. Вы, наверное, замечали всегда такую вещь, что вы, когда используете тот или иной ресурс, да, товар, приобретенный в магазине, вы получаете от него разные эмоции, чувства и, самое главное, потребительские свойства. Есть качественный товар, есть некачественный товар. Да? Есть товары с ограниченным сроком службы, есть товары с пожизненной гарантией. То есть даже каждый производитель в данном случае подходит к вот этой вот составляющей, прежде всего, с разной степенью обеспеченности, соответственно, и, самое главное, беспокойства. То есть сегодня мы смотрим с вами и говорим, что вот эти товары, услуги, работы, которые мы можем получить, они либо отвечают тем экологическим требованиям, которые есть, либо не отвечают. Что конкретно мы с вами сегодня можем сделать? Да? Еще не переходя к литературной составляющей, хотелось бы все-таки про современную составляющую проговорить. Да? Дело в том, что у нас также сегодня представлены студенты группы «Право организации социального обеспечения». Представляю вам, соответственно, данного студента, Базель Даниил. И, конечно же, в данном случае всегда возникает вопрос, да, его нужно адресовать, конечно же, тем лицам, которые очень плотно работают с законом. Даниил, очень надеюсь, что вы мне поможете с этой составляющей. Все-таки какая норма поведения для гражданина на сегодня актуальна, что нужно сделать, чтобы экологическая составляющая, экологический ресурс, который нас интересует, да, который мы сегодня уже не один раз обозначили, чтобы она сохранялась все-таки в надлежащем виде для последующих поколений? Для начала обычных граждан, то есть мы с вами должны начать соблюдать экологические нормы, нормативно-правовые акты, предписания различных органов в сфере охраны окружающей среды. Начинать мы должны с маленького, это разделение тех же самых отходов, не бросать мусор на улице, то есть отвозить их в определенные места или выкидывать специальные контейнеры. Также ухаживать за территорией, которая прилегает к нашему жилому помещению, к нашим домам, к нашим частным домам, коттеджам. Также выходить на субботники, которые у нас организовываются по несколько раз в год по весне. Убирать то, что осталось у нас, те отходы, которые остались от нашей жизнедеятельности в процессе того срока, то, что мы не выходили на уборку по каким-то либо причинам. Там это могла быть как пандемия, так и различные природные обстоятельства, когда было затруднено организовать данные субботники и провести их. Подскажите, пожалуйста, как вы считаете вообще, вот все собравшиеся сегодня, как бизнес и вообще представители, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в целом,
как они реагируют сейчас на экологическую составляющую вообще в целом? Может быть, какое-то поощрение, нужно другую уже, какую-то мотивацию придумывать в данном случае? К сожалению, сейчас данная проблема стоит очень остро, то, что многие предприниматели, многие бизнесмены не обращают свое внимание на экологию и нарушают все предписания и нормативно-правовые акты, даже несмотря на то, что соответствующие органы контролируют их деятельность. Но можно сказать также то, что многие, так, часть из этих бизнесменов, из общего количества, соблюдают данные предписания и стараются. И для того, чтобы было больше таких, мне кажется, можно создать рабочую группу, которая будет заниматься именно по вопросам производства, а также следить за исполнением своих обязанностей бизнесменами, индивидуальными предпринимателями в сфере охраны экологии и защиты окружающей среды. То есть, дорогие друзья, конечно же, здесь как вывод можно сказать вообще вот в рамках вот этого вопроса, можно сказать следующую составляющую, да, вообще вот вывести. Дело в том, что сегодня, да, если мы открываем глобальную вообще вот сеть, да, сеть интернет, мы изучаем различные ресурсы, то количество вот этих ситуаций, да, когда государство может среагировать на нарушение экологического законодательства, она минимальна. Почему? Потому что сегодня вот эта выкинутая батарейка, она, к сожалению, причинно-следственная связь, вот юристы меня поймут, конечно же, да, ее очень сложно доказать, что это именно ваша батарейка, что вы именно ее выкинули в этот мусорный ящик, понимаете? Поэтому у нас сегодня вообще, в принципе, как у общества, остается одна составляющая. Это, конечно, создание общественных организаций, которые в целом будут бороться, да, за права тех или иных, соответственно, лиц, нас с вами, то бишь. И, соответственно, все-таки это экологическое просвещение, о котором сказал президент Российской Федерации. Поймите правильно, любая проблема любого международного закона заключается в том, особенно декларации, в том, что они всего лишь провозглашают. Если сегодня мы вот в рамках этого диалога, который мы проводим, не объясняем, да, то, что в данном случае эта земля будет непригодна. Я сегодня очень сильно хочу на земельном участке, на котором до меня какое-либо лицо, допустим, обслуживала автомобиль, я очень хочу на этом участке, вообще изначально у меня есть такая позиция, я очень хочу на нем вырастить морковку, лучок, понимаете, то есть какие-то культуры. А я не могу теперь этого сделать, потому что эта земля в течение определенного круга времени вообще теперь не будет пригодна. Этот круг может быть замкнут вообще для общества. То есть эта земля, она выходит из оборота, она теряет свою категорию, и я не могу больше ей пользоваться. И вы знаете, вот тот элемент, который будет связан сегодня с экологическим просвещением и с литературной составляющей. Ведь многие писатели об этом говорят. Многие об этом деятели культуры говорят, науки, политические деятели об этом говорят. Но, к сожалению, с точки зрения современной ситуации, да, пандемия показала как раз-таки вот этот момент, связанный с тем, что количество выбросов, оно незначительно снижается. На глобальное потепление это незначительно влияет. Воздействием на человека, его выбросов и так далее. Но с точки зрения загрязнения тяжелыми отходами, да, полиэтиленовые пакеты, банально даже одноразовые вот медицинские маски, все это очень сильно влияет на животных, влияет на, конечно же, их здоровье и жизнь. Да. Я был очень сильно обескуражен той ситуацией, то, что простая медицинская перчатка помогла в данном случае, помогла в кавычках, это такой достаточно серьезный сарказм, погибнуть животному. Если по московскому региону смотреть последние новости, то есть все вот эти отходы, которые для человека кажутся уже банальностью, для животного мира, который нас окружает, а мы живем в биосреде, они губительны. Да? Просто лицо, вот человек, да, физическое в данном случае лицо, оно приспособилось к упорядочению вот этих отходов, чтобы не было вреда конкретно для себя. Но про микроорганизмы мы забываем. И это приводит к тому, что мы получаем в перспективе не очень радужную картину. Переходя к следующему блоку, блок у нас, соответственно, конечно же, будет немножко связан с обзором тех мнений, составляющих, литературных составляющих, чтобы построить эту концепцию, как вообще общество реагирует на экологию.
И, конечно же, здесь нужно понимать, что в рамках того вывода, к которому мы придем сегодня по результатам данного ролика, мы должны прийти к тому, что мы сегодня должны менять свое правосознание. Оно у нас ненадлежащего вида, характера, мы ненадлежащим образом относимся к нашему ресурсу, который у нас есть. Так лицо может относиться только в том случае, если у него есть запасная планета. Если запасной планеты нету, то так относиться к ресурсу нельзя. На этом слове хотел бы передать слово, конечно же, пригласить преподавателя колледжа РГСУ Потюль Наталью Дмитриевну для диалога. Слово передается уважаемому преподавателю колледжа РГСУ Потюлиной Наталье Дмитриевне. Человечество, по мнению академика Вернадского, далее не может стихийно строить свою историю, а должно согласовывать ее с законами биосферы, от которой человек не отделим. Человечество на Земле и окружающая его, и живая, и неживая природа составляют нечто единое, живущее по общим законам природы. В произведениях Бианки, Мамина Сибиряка, также Паустовского, Пришвина и других авторов, которые мы изучаем еще в начальной школе, мы можем заметить вопросы взаимодействия природы и человека. Человечество отразило свое восприятие природы через художественное слово. Авторы художественных произведений стремились отразить принципы взаимодействия человека и природы. Человек – дитя природы, самое совершенное дитя, и его жизнь неотделима от природы. Поэтому природа и доверила ему свое будущее. Уважаемые студенты, хотелось бы вас узнать, в каких известных вам произведениях поднята тема природы и ее проблем? В качестве примера могу привести произведение Алексеевич «Чернобыльская молитва». Думаю, как понятно из названия, в произведении речь идет о катастрофе, которая случилась в 1986 году, и она повлекла за собой сильные выбросы химических веществ в окружающую среду. Надо отметить, что автор данного произведения выстроил очень своеобразную методику подачи материала. Это не хронология, а свидетельства очевидцев, которые оказались в самом эпицентре катастрофы. Произведение, которое рассказывает нам о возможностях человека, о его воле и возможности, стремлении помочь даже ценой своей жизни другим, спасти от катастрофы. Еще бы я хотела упомянуть произведение Дэвида Брина «Красный свет». Это фантастическое произведение, и это происходит в космосе, на космическом корабле, на обзорных экранах высвечивается красный луч. И сообщение: заглушите двигатели и готовьтесь к встрече. Возникает вопрос, кто же это может быть? Оказывается, что это был агент на другом борту, и он просил заглушить двигатели, потому что это нарушает экологию. Да, по словам Валентина Распутина, экология стала самым важным понятием экологии. Термин стал самым важным словом на планете, потому что никогда еще человечество не сталкивалось со столь масштабной проблемой – вселенской бедой. Я бы хотела привести в пример произведение Логинова «Ключ от города Антоновска». Суть этого произведения заключалась в том, что над городом нависла экологическая угроза. Но взрослые не смогли противостоять этой угрозе, и тогда на защиту своего города вышли как раз-таки дети. Да, и несмотря, верно, Оля, несмотря на свой юный возраст, герой проявляет ответственность и за город, и за граждан этого города, и убеждает население города Антоновска в том, что подрастающее поколение достойно доверия. Произведение учит нас тому, что малая родина – это то место, о котором мы должны позаботиться, и учит нас тому, как это сделать, как научиться делать хорошее не только городу, но и тем, кто нас окружает.
Также хотелось упомянуть произведение Глуховского «Метро 2033», где рассказывается о том, что поверхность Земли заражена и непригодна для жизни, и люди перебираются в метро на станции метрополитена, и это их последний шанс на выживание. Мне кажется, этот роман показывает возможное будущее человечества, если люди продолжат относиться также к окружающей среде, и что может нас ожидать. Да, очень интересный роман «Антиутопия». Этот роман стал социально прогнозирующим. Писатель поднимает очень важную проблему, связанную с природой. Насколько передовые технологии изменят нашу жизнь и изменят нашу планету. И, конечно, это роман, как все романы антиутопии, роман предостережения от тех условий, в которые поставлено человечество в связи с антропогенной, в связи с экологической и военной катастрофой. И, конечно, художественное слово в этом случае имеет очень большое значение. Я думаю, многим здесь известно такое произведение Антуана де Сен-Экзюпери «Маленький принц». В этом произведении рассказывается о самом главном – о дружбе и любви, о верности и долге, а также об ответственности человека за все живое. Это очень интересное, оригинальное произведение. Хотелось бы, кстати, поделиться очень интересным фактом. «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери переведен на все языки планеты. Последний перевод – это перевод на язык абхазов. Только Библия переведена на большее количество языков планеты. Представьте, какой интересный факт. Философская сказка-притча действительно о том, что человек должен быть ответственным не только за того, кого он любит, но и за планету. Маленький принц с удивительной тщательностью убирает свою планету и ухаживает за этой крошечной планетой. Нужно сказать, что писатель в этом произведении, это очень важно, чтобы следующее произведение добавило дополнительные смыслы в известные нам понятия. Вода как символ того, что составляет все живое, наполнено это понятие, символ у Антуана де Сент-Экзюпери, дополнительным философским содержанием. Вода – это не только субстанция, которая может привести к возрождению того, что уходит или теряет жизнь, но и становится отражением метафоры состояния человечества в период Великой Второй мировой войны. И метафора «вода» как та субстанция, которая может спасти путников, затерявшихся в пустыне, и наряду с этим это философский смысл того, в каком состоянии находится сейчас человечество, то есть в 1943 году, время написания философской сказки «Притчи». Это та духовная пустыня, от которой страдает человечество. Хотелось бы завершить еще одним произведением. Обратите внимание, что одним из главных защитников, на то, что одним из главных защитников среди писателей XIX века был Антон Павлович Чехов, защитников природы. В пьесе «Дядя Ваня», пьеса написана в 1896 году, вполне прозрачно звучит экологическая тема. Чехов наделил главного героя, доктора Астрова, своим взглядом на природу. С вашего позволения я прочту цитату. «Ты можешь топить печи торфом,
а сараи строить из камня. Но я допускаю, руби леса из нужды. Но зачем истреблять их? Русские леса трещат под топором, гибнут миллиарды деревьев, опустошаются жилища зверей и птиц, мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи. И все от того, что у ленивого человека не хватает смысла нагнуться и поднять с земли топливо. Человек – дитя природы, и вне природы, и без природы его жизнь невозможна. Спасибо большое за такое повествование. А сейчас я вам буду показывать картинки и изображения экологических проблем. А вы должны предположить, что же это за экологическая проблема и какие возможности ее решить. Давайте начнем с первого. Это у нас... Это загрязнение атмосферы. Верно. И какие варианты? Как бороться с этим? Чтобы обезопасить атмосферу от загрязнения, нужно устанавливать промышленные трубы, разные фильтры и специальные добавки. Да, как вариант, очень хороший. А сейчас это животные, дам подсказку, красной книги. Можно предположить, что это сокращение видового биоразнообразия, потому что сейчас исчезает много различных видов животных и растений. И как возможные пути решения создана красная книга, которая оберегает исчезающие виды. И также создание разных заповедников, парковых зон, где за растениями, животными будет постоянно проводиться наблюдение, и различные злоумышленники не смогут причинить вред. Да, верно. Это очень серьезная проблема и очень распространена. Я могу предположить, что это загрязнение почв. Да-да, верно. Ее решить, я думаю, что можно таким методом, что для начала нужно начать с малого поколения, то есть детей. Их нужно воспитывать в духе бережного отношения с природой. И нужно это воспитание начинать только тогда, когда начинает формироваться личность, чтобы у детей было понятие, что такое природа и как с ней обращаться. Да, ведь все начинается с детства. Так. Следующая проблема. Думаю, что это проблема загрязнения вод. Верно. Для ее решения в первую очередь необходимо поставить очищающие фильтры на предприятия, поскольку многим известно, что именно сточные воды крупных предприятий основной источник загрязнения вод. Конечно, полностью эту проблему не решит, но значительно сократит концентрацию вредных веществ в воде. Да, правильно. Нужно как-то бороться с этой проблемой, потому что воды на Земле не очень много. Именно питьевой. Сейчас эта проблема начинает быть очень распространенной. Возможно, это истощение природных ресурсов. Да-да. И... да. Истощение природных ресурсов. Что мы для этого можем делать? Очень много государств сейчас переходит на альтернативные виды добычи энергии. Предположим, используют не какие-то минеральные ресурсы, как уголь, нефть, а пользуются солнечным светом или водой. И еще одна очень серьезная проблема. Возможно, это перенаселение? Да, верно, это перенаселение. А как пути решения данной проблемы можно предложить? Политика правительства государств предлагает стимулирующие, ограничивающие политики. Например, яркий тому пример Китай и правильное распределение ресурсов на Земле. Спасибо. Вы правильно все угадали и дали правильные советы, что нужно с этим делать. А далее мы обсудим федеральный закон об охране окружающей среды номер 7. И в этом нам поможет Акузин Илья.
Да, все современные страны, они заинтересованы так или иначе в защите окружающей среды. Соответственно, принимаются специальные законопроекты, такой как ну, в нашей стране, принят такой федеральный закон номер 7 об охране окружающей среды. Принят он в 2001 году, последняя редакция датируется 30 декабря 2020 года. Данный правоакт, он, как ясно из названия, направлен на защиту всего живого, то есть животные, растения, защиту окружающей среды, водоемов, даже основного слоя, воздуха. Вот. Соответственно, он становится следующее положение. В первую очередь, это права и обязанности граждан по охране окружающей среды, обязанности государственных органов в сфере охраны окружающей среды. Также данный закон ограничивает для предприятий размеры вредных веществ, которые выбрасываются в атмосферу, правила определения зон экологических бедствий, меры по защите объектов природы, устранение вреда, причиненного человеком и так далее. Также он определяет перечень объектов, которые охраняются в первую очередь, такие как редкие животные, растения, особенно исчезающие виды, они занесены в Красную книгу. Также определяются права граждан. Они имеют право получать информацию о степени загрязнения воздуха, количестве вредных выбросов, сделанных предприятиями и так далее. Также он представляет некий набор инструментов, как гражданин может воздействовать на всю эту ситуацию, что он может предпринять для защиты окружающей среды. В первую очередь это создание общественных объединений, да, не коммерческих организаций. Это всевозможные фонды, волонтерские организации и так далее. Также, конечно же, он может направить жалобы в специальные государственные органы, обратиться в суд, если там, он заметил, как предприятие оно выбрасывает там, в реку отходы. Вот, и он может обратиться с жалобой на это предприятие. Ну и, соответственно, он может проводить собрания, организовать митинги в защиту окружающей среды и так далее. Государство должно содействовать разработке новых передовых технологий, проведению исследований в области защиты окружающей среды. Для этого выделяются средства из бюджета, представляются налоговые льготы для организаций, которые занимаются этим. Закон дает право знать, в каких условиях мы живем. А теперь мы должны обсудить очень серьезную проблему. Это проблема глобального потепления, над которыми сейчас борются все страны мира. Вообще, что же такое глобальное потепление? Кто-то может дать понятие? Глобальное потепление – это повышение средней температуры атмосферы и морей. Да, правильно. Глобальное потепление – это изменение климата, возникшее под воздействием антропогенных факторов. Кто-нибудь знает причины? Главной причиной является сжигание нефти, газа, угля для выработки электроэнергии. В результате сжигания образуется парниковый газ, диоксид углерода, или, как многие знают из курса химии, СО2. И проблема заключается в том, что леса, которые должны сдерживать этот газ, вырубаются людьми. Да, это тоже очень серьезная проблема. И для того, чтобы как-то притормозить, существуют антропогенные факторы, которые тормозят данный негативный процесс. Это, например, строительство атомных электростанций, также внедрение новых технологий и восстановление лесов, ведь лес поглощает СО2. Давайте поговорим о каких-то документах, которые вырабатывают страны. Существуют пути решения проблемы и предотвращения данного кризиса. Представители государств регулярно собираются и обсуждают данную проблему. Самые важные документы по охране окружающей среды были подписаны в 1997 году и в 2015 годах. Это Киотский протокол и Парижское соглашение, ратифицированное Россией в 2019 году. Они дополнили рамочную конвенцию ООН об изменении климата 1992 года. С
страны решили, что не позднее, чем до 2050 года, выйти на уровень нулевых выбросов диоксида углерода. Также необходимо снизить потребление электроэнергии и сократить выбросы других парниковых газов, в особенности метана. Также они постановили, что необходимо использовать методы очистки от углекислого газа, воды и воздуха. Каждый человек должен участвовать в экологизации планеты, защищать планету от вредных выбросов. Как будущие учителя, мы не раз будем освещать данную тему для того, чтобы наши ученики поняли то, что необходимо защитить планету и помогать ей, ведь планета сама не справляется. Как говорится, все начинается с детства, и если наше будущее поколение будет знать о проблемах, то оно вовремя поймет то, что нужно что-то делать и решать данные проблемы. Спасибо всем!